Я так с тобой и не попрощался. Я был не готов. Теперь я здесь. Груз моих обязательств никак не уменьшается. Всегда есть нечто, за что нужно сражаться. Об этом ты никогда не предупреждал. Может, боялся, что это меня испугает. Это не так, но ты же не привык ошибаться. Жизнь продолжается. Люди, похоже, счастливы. Они в безопасности хотя бы сейчас. Кое-кто из братства задал вопрос, который терзает и меня. Что же будет, если... когда мы выиграем? Остановим тамплиеров? Я не знаю ответа на этот вопрос. А может, и ты тоже? Я скучаю по тебе. И по маме. Надеюсь, ты счастлив, где бы ты ни был. Прощай, старик. Когда-нибудь мы увидимся снова. И, может быть, очень скоро. Есть хотите? Угощу. Нет, спасибо. А где все? Ушли на запад. Давно уже. Похоже, Конгресс отдал эти земли кому-то из Нью-Йорка. Что? И так все чаще. Власти якобы не трогают землю, у которой есть хозяин, но... Как это случилось? Мы теперь сами по себе. Больше никаких англичан. Совсем придется справляться самим. И платить тоже. Продать землю легко, никакой возни с налогами. Говорят, вся война-то из-за налогов. Так что вводить их никто не жаждет. Они там хорошо соображают. Знают, что еще слишком рано. Рано для налогов. Слишком по-английски. Спасибо. Счастливо. Коннор! Командующий! Рад вас видеть. Вы добились своего.
Что будете делать теперь? Хороший вопрос. Сказать по правде, я не знаю. Пусть основы этой страны заложат более мудрые люди. Я не гожусь для этой задачи. Вы не играете в боча? Мне все больше нравится эта игра. Я подумываю построить поле, когда вернусь в Маунт Вернон. Столько жертв, и все для того, чтобы страной правили мудрые люди, а вы будете играть? Я должен был знать. Коннор! Считаете ли вы себя достойным или нет? После всего, чем вы пожертвовали ради вашей цели, вы не заслужили покой. Америке ваша служба не нужна, джентльмены! Пусть возвращается в Англию в гробах! Смерть угнетателям! Прирезать их! I won't be a student.